Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день физиотерапевта. Эти специалисты помогают пациентам, пережившим инфаркты и инсульты, бороться с последствиями этих заболеваний, возвращают их к нормальной жизни. В Тверской области увеличилось количество медучреждений, занимающихся медицинской реабилитацией. На сегодня их 10. С этого года в областной клинической больнице также начало работать отделение реабилитации. На сегодняшний день 10 лечебных учреждений региона оказывают реабилитационную помощь. Среди них областная клиническая больница. Здесь в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в Тверской области закуплено специализированное оборудование. Это тренажеры для реабилитации пациентов после инфарктов и инсультов. В первом случае это больше работа с дыханием, во втором – восстановление двигательных функций. Инструктор лечебной физкультуры рассказывает о назначении конструкций. Есть вот этот вот тренажер, его совсем недавно закупили, он для того, чтобы как раз таки человек после инсульта не всегда понимает, как ему верно делать шаги, вот, и этот тренажер как раз ему помогает местами сделать правильный шаг, да, правильно поднять колено, ну и все функции продолжить восстановить, помочь ему. Так проходит работа физиотерапевтов и инструкторов с пациентом. Этот мужчина пережил инсульт. Сейчас проходит реабилитацию. Медики говорят, чем раньше начать занятия, тем больше шансов вернуться к полноценной жизни. Для многих пациентов каждое движение дается с трудом. Люди, которые пережили сосудистые или сердечные катастрофы, порой не понимают, как вести себя, когда выписываются из медучреждения. Для этого и нужна реабилитация. Тут на помощь приходят специалисты, у которых в арсенале вспомогательных средств не только медицинская техника. Во-первых, желание самого человека, участие родственников, ну, соответственно, наша работа. А в арсенале нашем доброе слово и руки. Вообще, это большая командная работа. Каждому пациенту свой подход. Для тех, кто перенес инфаркт, одна программа, для инсультников другая. В связи с этим был закуплен целый комплекс разных тренажеров. Всего сейчас три зала с разного рода оборудованием. Сейчас у нас реабилитация соматическая, 15 коек. У нас сейчас идет ремонт отделений. Это федеральная программа. По этой программе получены средства. Будет сейчас, да, закупаться оборудование для реабилитации. Также мы проучили сотрудников. Это команда врачи, инструкторы ЛФК, массажисты, физиотерапевты и психологи. Раньше на базе медучреждения была первичная реабилитация. Теперь возможностей, благодаря участию в программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Тверской области», стало больше. Кроме областной больницы, такой вид помощи оказывает областной реабилитационный центр. С начала этого года еще и 6-я городская больница, центр специализированных видов имени Аваева, больница скорой медицинской помощи и детская больница номер 2. Теперь к программе присоединяется городская больница номер 7, детские городские больницы номер 1 и 3 и областной кардиологический диспансер. Для этих учреждений будет приобретено необходимое оборудование.